Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Сибирь. И так как сегодня почему-то домашний интернет меня подводит, я решил для вас записать ролик с телефона. Тем более, что вчера у меня ролики, к сожалению, не выходили. Сегодня у нас будут гоблины. Гоблины, друзья, в стандарте. Теперь... Это возможно, потому что у нас вышел новый Кренко, барон улицы жестянщиков. За 3 маны 3-3 с ускорением. А за тап мы жертвуем артефакт и кладем один жетон +1 на каждого гоблина под нашим контролем. Каждый раз, когда артефакт попадает с поля битвы на наше кладбище, вообще на любое кладбище, кстати говоря, когда артефакт попадает с поля битвы на кладбище, мы можем заплатить красную манку. И если мы это делаем, создаем одну фишку существа 1-1 красный гоблин, который получает ускорение до конца хода. Также у нас есть 3 копии сталактитового охотника за 1 ману 1-1 с угрозой в начале нашего заключительного шага. Если мы спускались в этом ходу, то бишь какой-то перманент попадал у нас на кладбище откуда-либо, то мы кладем на него жетончик +1/+1. За 3 маны можем его пожертвовать, и он даст целому существу -x, dx — это его сила. А 2 копии фонтана крови за 1 ману, когда он выходит на поле битвы, мы создаем фишку крови. И за 3 маны этап мы жертвуем его и возвращаем не более 2 целевых карт существ нашего кладбища в нашу ручку. 4 валдарианских эпикурица. Да, это не совсем гоблин, издалека немножко похож, но он делает фишку крови, и это великолепно, потому что у нас все-таки часть кого-то завязана на артефактах. К примеру, 4 копии гоблина расхитителя могил. Гоблин за 1 ману 1-2, пока мы контролируем артефакт, он получает +1/+0, имеет ускорение. 3 копии радости разрушения, которая при убийстве нашего артефакта делает нам 3 гоблина. При убийстве чужого артефакта, к сожалению, не делает ничего, но тем не менее она есть. 2 копии экспериментального синтезатора за 1 ману выходит на поле битвы или покидает поле битвы. Мы изгоняем верхнюю карту нашей библиотеки, до конца хода можем ее разыграть. За 3 маны мы жертвуем экспериментальный синтезатор, делаем себе 2 самурая с длительностью, как волшебство. 4 гоблин-лорда, вожака орды Рундей. За 2 маны гоблин 2-1-1, другие гоблины получают +1/+1. И когда он или другой гоблин под нашим контролем умирает, мы изгоняем верхнюю карту нашей библиотеки. Если это была карта гоблина, мы можем ее разыграть до конца нашего следующего хода. 3 копии сакензанского литейщика за 2 маны 2-2. В начале боя время хода можем пожертвовать артефакт, заплатив 1 маночку, и сделать себе вот такую конструкцию 3-1 с ускорением. Далее 3 копии наковальни культа он. Да господи, что мне сделать, чтобы мне не шли уведомления? А ну что ж такое? Это кошмар. Заколебали мне эти уведомления. Где все уже отключено. Уведомления идут. Наковальня культа Они за 2 маны. Артефакт. Каждый раз, когда один или несколько артефактов под нашим контролем покидают поле битвы, мы делаем себе... А во время нашего хода мы делаем себе конструкцию 1-1. Это тап. За сакрифайс артефакта наносит одно повреждение. Каждому оппоненту мы геним хит. 4 копии собирателя, естественно. И еще дополнительно 3 копии сквиз, сомнительный монарх за 3 маны 2-2 с ускорением. Когда он атакует, собственно, мы делаем себе гоблина. За экзал 4 других карт с грейва можем его разыграть с грейва за 4 маны. Вот такая, друзья, колода. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. И погнали тестить. Так, мои хорошие, первая каточка. Давайте попробуем гоблины. Гоблины, гоблины, гоблины. Гоблин — это круто. Гоблин — это круто. Так. Погнали. Все четко. Начнем с гоблина. Надеюсь, нам не попадется убийца гоблинов. А то нам хана. Он неужели хочет убить его? Да ну. Правильно. Правильно. Далее. Нет, только не мой гоблин. Что творишь, а? Мерзавец. Мерзавец. Ладно, собиратель. Ходи. Сейчас она какая-нибудь фигня вылезет. Типа вот такой вот. Слушайте, пусть идет в атаку. Я набор сейчас проатакую, честное слово. Вообще даже не жалко, если честно. Давайте, литейщик так аккуратненько выходит. Литейщик. Далее. Автоплата. Пожертвовали на 6.
На 6, ходи. Аккуратненько литейщика воткнули. Кумано, да пожалуйста. Без проблем, не страшно абсолютно, если честно. Удар грома, наверное, в литейщика, нет? Никто. Кто я такой, чтобы тебя судить? Да? Абсолютно никто. Так. Так, давайте синтезатор. Наверное. Земелечка, да. Давайте. Вампир. Вампир. Хобана. Давайте эпикуриец. Эпикуриец. Давайте радость разрушения. Пожертвуем. Автооплата. Давайте. Автооплата. Пожертвовали. Пофигу, что там упало. Абсолютно не важно. Атака на 8. Ага. Что больше артефакты типа не делал, да? У меня больше не из чего. Кумано. Сейчас все по всем нашим ключам один дамаг, и мы сдаемся, нет? Годрик. Да. Без проблем. Он типа, и ты меня не убиваешь в этот ход, да? Мы убиваем. Замечательно. Отлично. Давайте следующую. Итак, вторая каточка. Будем снова предельно внимательны, как ниндзя. И играть аккуратненько. Но я думаю, что можно, в принципе, эту руку оставить. Она неплохая. Она такая агрессивненькая. Вопрос в том, чем играет наш оппонент, тоже как бы остается открытым. Но узнаем по ходу пьесы, правильно? Ну что? Давай. Давай, братишка, мочи. Оставим. Может, не самая гениальная рука, но она приемлемая. Тоже вот будем потом подровываем мы землю, не подровываем, да? Литейщика хочется поставить, он все-таки такой достаточно агрессив большую создает. Наши оппоненты прям заждались. Во, погнали. Что, снова монорез, что ли? Ну, этот раз у монореда начало поинтереснее, да? Ну, конечно, два монореда подряд, это скучно. Это скучно. Тем более, что в такой рукой у нас она... Мы сейчас больше на дефе, да? Когда мы первые ходили, сейчас мы больше на дефе можем проиграть. Как бы вероятность возрастает. Проигрыш наш. Филдрон, ладно. Здесь будет Филдрон. Нет блоков. Ну интересно же. Давайте вожак, ладно. Давайте вожак. Атака на 2. Чпеньк. Угу. Копейщица. Однозначно. Да, нет блоков, конечно же. Зачем они нужны? Явно ему наш вожак не нравится. Нет, нравится. Хорошо. Чпань. Так. Интересно. Ну, во-первых, земля, да. Без земли никак. Без земли никак. Давайте вожак. Вожак. Давайте еще один охотник будет сталактитовый. Да. Атака на 5. Ходи. Можем ли мы убить следующий ход, если сейчас все пропустим вообще? У нас ничего не случится в жизни. Наверное, нет. Так. Плетение.
Он хочет вожака убить, это точно. Да. А, он в нас играет. Хорошо. Хорошо. Вопрос только тоже в том, что у него там есть. Дело об багровом пульсе. Понял тебя. Понял, братишка. Так. Он идет на 7. Он идет на 7. Так, надо подумать. Надо подумать. Ха-ха-ха, что нам делать? Ха-ха-ха. Ну ладно, что, блок. Вот так вот. Два триггера. Вожак. Гоблин. Сейчас бы земелечку, да? Ну, земелечку, в принципе, можно убить, наверное. 4, 7, 10, да, на 3, на, даже на больше. Сейчас одну землю надо. Одну землю надо. Одну землю мне надо. Блин! А, это вообще не та земля, что мне надо. Ладно, попробуем подровать. Чтоб дай-ка нормальную землю растапанную. Давай, пожалуйста. Блин, она не дает хосты. Она не дает хосты. Она не дает хосты. Так, ну ставим, допустим, вожака, да? И чё? Ставим вожака. Проходим на 4. 7 на 10. Ставим гоблин-расхитителя. Он будет 4-4. Проходим на 11, проходим. Угу. Ну, если там есть любой бурн, то мы слили, скажем так. Если там есть любой бурн, то мы слили. К сожалению, это так. К сожалению, это правда. Далее. Давайте, вожаки, в атаку. Это тоже в атаку. Ну там, любой бурн, любая прокачка. Все. Феникса. Феникса, любой бурн, любая прокачка. Удар грома у нас. Все, да. Да, но было близко. Было прям близко. Было прям нормально. Мы тут все равно продержались немножечко. Ладно, давайте следующую. Итак, третья катка. Хочется, конечно, очень сильно нормальную стартовую руку. Ну, посмотрим. В принципе, да. Да, поставить. Нормально. Давайте. Куриц. Дэмэдж в лицо, ход. Угу, угу. Ладно. Такой. Такой. Атака. На 2. Ходи. Так, Мирекс. И Зайцарок. Ладно. Хорошо. Давайте тогда такой. Собиратель. Кроме минус 6, давай, да? Давайте. Охотник. Нет атак. Ходи. Зайцер. Человек. Окей. Он не человек. Пофигу. Ага. Давайте. Убьем зайцерога. Мне он не нравится. Так. Давайте пожертвуем. Сбросим землю. Нормально. Пикуриец. Далее. Нет атак. Ходи. 2-2 стал, да. Вампир, да? Да.
Он того стоил? По-любому. Угу. Ну, сейчас либо рыцарь, скорее всего, выскочит. Либо такой рыцарь. Да, конечно. Да, дал всем плюсы. Без проблем. Пас. Все пошли в атаку. Давай. Во-первых, сбросим карту. Сбросим карту, возьмем карту. Давайте блок. Раз блок. Два блок. Да, в принципе, меня... В принципе, больше меня ничего не волнует. Так, ой. Это хороший. Это хороший. Ну, давайте. Наковальня. Пожертвуем артефакт. Бам-бам. Далее. Атака. На два. Угу, конец хода. Земля. Пас. Так, по воздуху, да. Да, конечно. Так, Кренка. Продавайте артефакт, положите один жетон на каждого гоблина под вашим контролем. Да? Мой ход. О, земелька. Отлично. Гоблин. Кренка. Давайте забацаем. Триггерочки. Автооплата. Далее. Пойти в атаку, не пойти. Нет, а так ходи. Конец хода. 5-6 атакеров. 9 хп у нас, в принципе. Ну, 4 мы пропускаем дамага, допустим. Сразу по воздуху, да? Ну, нормально. Жить, наверное, можно. Сейчас посмотрим. А, может быть, и не можно. Ладно, тут мы, скорее всего, продули, да. Мы, скорее всего, продули. Хорошо подробовал. Хорошо подробовал, да. Мы продули. Однозначно. Тут Блорн туда не помешал. Ну да. Тут сдамся. Так. Заключительная катка. Думаю, что мы оставим. Понятно, конечно, хоть первым не очень-то хорошо для нас. Ну, что делать, да? Угу. Интересненько. Давайте. Охотник, ход. Yeah, baby. Как-то так внезапно. Ну ладно. Можно сказать, не счетом. Итак, заключительная каточка. Да, меня все устраивает более чем. Ну, давайте попробуем. Давайте охотник. Вот. Он как минимум с угрозой. Поэтому он мне нравится.
Угу. М-м-м. Давайте. Далее. Атака. Поставим наковальню и ход передадим. Следующий ход уже будем непотребство чинить. Угу. Противник пусть будет. Пусть будет, не вопрос. Монорет, да? Ладно. Пас. Мой ход. Угу. Давайте. Куриц. Угу. Давайте. Утесы. Давайте. Пожертвуем. Далее. Атака. И конец хода. Почему-то этот не срабатывает, я понять не могу. Сейчас ваша скучная шага, если вы спускались в этом ходу. Ладно. Это когда я по-другому? Нет блоков. Пожалуйста. Я знаю, что у тебя там прокачка есть, поэтому иначе бы ты не ходил так в атаку в нагло. Да. Оу. Интересно, да? Ну, давайте синтезатор. Для начала. Ага, земелечка. Хорошо. Давайте пожертвуем синтезатор. Где-нибудь поднимем хиточек, сделаем токенчика. Земелечка.